А целый месяц я прикармливал кабана в одном месте. Там же, возле деревьев, я поставил своим знакомым егерем вышку. В общем, все было готово для хорошей охоты. Оставалось только затаиться и ждать. Сижу я, значит, жду. Поначалу появился молодняк, травку там пощипали, приманку, конечно, естественно. Ну, в общем, жду, сижу. За ними притащился и кабанчик мой, долгожданный трофей. Я прицелился, бах, блин, и промазал. Очень я разозлился, конечно, и уже не хотел тратить целый месяц на то, чтобы опять заново прикармливать. По отзывам моих знакомых на форуме, да и не только знакомых, я решил приобрести Hunt Expert и понял, что штука хорошая, работает. Через 2 дня я поехал, вернулся на эту полянку, поджег таблетку и, в общем-то, стал ждать. Действительно, через 3 часа буквально на полянке появился все-таки мой долгожданный трофей, пятачок свой явил. В общем, в этот раз я уж не промазал. Можно сказать, что я закончил сезон очень даже неплохо. Считаю его удачным. Средство действительно работает. Проверил на себе. По личному опыту рекомендую. Спасибо.